Здравствуйте, сегодня я покажу, как взломать игру АА без рут-прав. Самый новый способ. Для этого заходим в App Store и скачиваем игру. Также нам понадобится программа ES-проводник или же другой какой-то распаковщик, который у вас есть. Ее мы также можем скачать в Google Play. Игра у нас скачалась. Заходим в Chrome, интернет, на сайт android.ru. Это сайт русский Play Market, можете так писать. Тут вы можете скачать много чего бесплатного, которое в Play Market платное. Очень много взломанных игр и разных хороших программ. Идем вниз. Самые популярные приложения. И скачиваем программу Lucky Patcher. Скачиваем. Реклама дурацкая. Все скачивается. Теперь ждем, пока она у нас загрузится. Все. Вот. У нас открывается сразу ES-проводник. Нажимаем на файл APK. И просто устанавливаем его. Далее установить. Открыть. Сейчас у нас пойдет сканирование всех наших программ. Сканирование очень быстрое. Оно всего один раз при первой установке. Все. И здесь все наши программы. Доступна новая версия. Я пока обновлять не буду. Потом обновлю. Все наши приложения. С помощью этой программы мы можем взламывать, убирать рекламы, убирать зависимости. Вот находим программу АА. Нажимаем на нее. Выбираем меню патчей. Создать измененный АПК. Пересобрать для работы эмуляции. Пересобрать. И ждем, пока закончится загрузка. Это немножко долго будет. Lucky Patcher создает свою версию игры, в которой разрешены покупки бесплатные. Также, если у вас есть root-права, вы можете взломать Google Play на бесплатные покупки. А здесь они не нужны. Ждем. Все. Игра у нас создалась. Шаблон номер 1 пропачен, номер 2 пропачен, номер 3 и 4 не найден. Это нормально. При взломе у вас всегда так будет, так как основные 1 и 2, а больше даже 2. Теперь нажимаем перейти к файлу. Нажимаем кнопку Home и сворачиваем приложение. И удаляем нашу игру АА. Приложение будет удалено. Да. Теперь снова заходим в нее. Удерживаем кнопку Home. Нажимаем установить. И устанавливаем. Настройки. Неизвестные источники. Да, разрешить одну установку. Далее установить.
Открываем. Вот наша игра. Нажимаем Choose Lever. Unlock all levers. Это мы покупаем все уровни. Нажимаем, и у нас выходит окошко с таким же смайликом. Бесплатные покупки. Вы хотите попробовать получить эту покупку бесплатно? Тут можно поставить галочки, но это не нужно. Они ставятся автоматически. Нажимаем «Да». И все куплено. У нас 800 уровень. На данный момент это последний уровень. Пока больше нету. Но для прикола можно пойти 801 с помощью этой программы. Допустим, зайдем в нее. Проиграя. Нажимаем Tab Here to skip the lever. Бесплатные покупки. Снова да. И у нас 801 уровень. Но он не открывается, так как его нету. И так можно несколько раз делать. У нас 802, 803. И такого уровня, как у вас, больше ни у кого не будет. Но опять же, они не включаются. Вы можете вернуть снова на 800. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если сработало. Пишите в комментариях, если есть вопросы. Я объясню, как взломать и какую игру взломать следующей.